может. Да. Молли? Смотри, что-то я вот замерзла в пальце и прошлась. А то вообще такие крупный год пришел, и это самое, и вообще не я не сама. И ложится сразу таял. Вот видите, как машины так быстренько едут. Вот всегда себе покупают такой вот батончик Рошен. Он только тут есть, с карамелькой. У нас каждый пенсионер имеет свой собственный телефон. Как вот женщина пошла к себе домой, хотя рядом есть пешеходная дорожка. Ну, играть ей так удобно ходить. У каждого свои, ну, причуды, хотя она пятерочку догоняет. Продукты многие покупают у нас в Шерифе. Вот наш троллейбус. Наконец-то он подъехал. О. Знакома эта улица уже всем, Кишиневская. Чуть-чуть у нас вот так. Вы знаете, этот ролик, он вообще будет, наверное, уж совсем необычный.
Я что-то решил так чуть-чуть поэкспериментировать сегодня. Думаю, что достаточно будет неплохо. Много машин хоть сегодня у нас ездят по городу. Я подожду пока. Это наша дорожка уже многим всем известная по моим репортажам. Хотя такое количество ее раз уже строили. Но наконец-то хоть что-то нам сделали. Видите, хоть этот кусочек, но будет. Так, ребята. Опа. Фух. Обалдеть. Да, ну конечно, первый дождь так ничего так со снегом. Посмотрим, что будет у нас в будущем. Знаете, я вот только что спросил здесь в доме быта, что будет женский или мужской зал, или как и было. Он мне, короче, так сказал, как будто, знаете, из той области, что вскрытие покажет. Да, я совсем вам забыл сказать, что вот здесь у нас скоро будет, вы даже не представляете, что. Стоянка. Фирма Шериф будет заниматься ею. Да, но скоро будет еще получше. Посмотрим. Вы знаете, вот такие вот сегодняшние такие длинные репортажи. Мне достаточно, это очень, кстати говоря, понравилось. Я думал, что будет хуже. А, кстати, очень хорошо все получилось. Я, конечно же, буду с вами прощаться. Может, где-то я какой-то сделал ляп. Но вроде очень хорошо все получилось. А на этом все. Всем пока. 10 декабря 2017 год. Первый снег, город Бендеры. Пока. Ну что тебе сказать про Сахалин, да? Примерно так. Вот смотрите, какая елочка. Ее можно, в принципе, и нарядить на новую.